Эй, Брут! Идем вместе смотреть этот забавный фильм, который я только что включил. Комар на улице Вязи. Кажется так. А он о чем? Ну, вроде тут какая-то группа детей играет в прятки с каким-то Фредди Крюгером. Наверное, ты хотел сказать Фредди Крюгер. О, да, точно! О, смотри, он нашел одного! Эй, Брут! Люди говорят, что ты ВРС. Что это значит? О, это означает военная рабочая собака. Кто такой военная? Нет-нет, это не отдельная личность. Военные — это те, кто служат в армии. А армия — это группа людей, которые принимают участие в войне от имени своей страны. Что такое война? Это когда две армии, находящиеся в оппозиции, начинают взаимодействовать друг с другом и... И что? И они начинают вместе играть в веселые игры. Ух ты! Я хочу пойти на войну! Звучит супер весело. Да, весело. Цель обнаружена. 10-4, офицер Пикси, ваш выход. Попался! Вы арестованы! Сопротивление бесполезно! Лечь на землю, мистер преступник! О, черт! Ты поймал меня! Так точно! Теперь ты сядешь в тюрьму для плохих парней, плохой парень. Псс, Рэндалл, ты в порядке? Я не хотел тебя хватать так сильно. Йоу, мой шедевр готов! Эй, Брут, иди посмотри на снежную скульптуру льва, которую я сделал. О, она... изумительна. Спасибо! Выглядит почти как настоящий, да? Да. Настоящий. О! А теперь посмотри вот на эту скульптуру. О, еще один лев. Даже более реалистичный, чем предыдущий. Это не лев, глупенький. Это ты. Не видишь, что ли? Это я? В смысле? А, да, конечно. Я вижу, что это я. Как будто в зеркало смотрюсь.